Доброе утро, дорогие подписчики. Я благодарен, что вы меня слышите. Благодарю вас, маэстро. Благодарю вообще исключительно. Я благодарен и беседе с вами. Я вообще благодарен вам. То, что вы сделали так, что я начал другую жизнь. Спасибо вам за босяцкий подгон. Буду теперь курить нормальные сигареты. Что вы есть? И что вы если я хочу еще беседовать с вами. Вы думайте, задавайте вопросы. Потому что сегодня утро тяжеленькое началось. Но ничего, сейчас печку растоплю. Разогрею щичек. Навернем щичек. И будет нормально. Дальше за водичкой поедем. Сегодня будем стираться. И думаю, банька придется в баньку. Потеть придется. Да, кто-то там хотел баньку, сразу предупреждаю. Это я помню прекрасно. Попарим. Ждем подписчиков. Родные мои, всем привет огромный. Пока. Положи, потом уже доставай. Надо все положить. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала ТВ Маэстро. Вот получил от Саши Маэстро кружку. Прибыла в Минск, Беларусь, район Зеленый Луг, Сергей Тростик. Очень благодарен я Саше за этот подарок. Так что хочу вам сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы сейчас это дело немного здесь обмоем. Вот князь Голицын взяли, мастер трав на стоечку. Сейчас здесь чуть-чуть отметим это дело. Всем передаю привет и всего доброго вам. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие подписчики. Я очень рад. Сегодня я получил кружку. Дай Бог вам всем здоровья, добра и самого наилучшего. Ну, я знаю это все. Сколько у нас вот этих, которые нас ненавидят. Есть очень много таких людей. Так что будем держаться вместе. Слушайте, дорогие друзья. Самое главное в жизни, да, это порядочность, человечность. У нас это было всегда и будет. Дай Бог всем здоровья, добра, самого хорошего. Будем продолжаться в дальнейшем в таком же духе. Say goodbye.
Вот она, Санина, 100% маэстро твое. Вася, скажи Они прыгают сквозь свинец и... А мне темно дышать. Чего темно? Темно дышать. Питер, Питер рулит. Вот, братва, Мариинский театр. Старый. Вот это новый. Театральная площадь. Да это наш легендарный ирландский паб. Welcome в Питер, всех ждем. Ребятушки, добренько вам всем. Ну, начнем маленький, а может быть и большой видосик по поводу мошенника Сашки. Итак, смотрим, да, ребят? Все стрелки вверх, порадуйтесь за нас. Подписочки за 28 дней. Просмотрики вверх. Время просмотра вверх. Доход стабильный. Так, это по этому поводу. Сейчас мы попробуем. Почему-то не открывается. Я нифига не понимаю в этом. Значит, самые мои первые видосы почему-то не открываются. Сейчас мы листанем вниз. Вот почему нету дальше видео, я не пойму. Примерно 127. Так. Я хочу вам показать, где я использовал бренд «Люди ух люди». Так, ну это... свежие видосы.
Блин. Примерно 130. Где? Трансляции, что ли? Есть же у меня видео. Там не трансляции были. Куда деваются эти видосы? Колючий уже в хлам. Это свежие. Кто мне объяснит, вот, куда делись самые первые видео с моего канала? Они как-то за год стираются, что ли, или что? Я хотел показать, но здесь видно, да, ребят, что нету нигде в названиях «Люди ухлюди», «Люди ублюди». Нигде, ни в одном названии вы у меня не увидите. Вот, это по поводу предъявы, что я использую бренд. Так, теперь найдем, значит, в YouTube мы сейчас зайдем, да? YouTube. Все это медленно, потому что возможности у меня не как у Жени. Красноречие он, конечно, тоже поднабрался. Молодец. Но мы тоже не дремлем. Значит, ищем. Ну, Женя нам не важно, да? Женя нам не важен. Что это за рекомендации? Вообще непонятно. Мы наберем, допустим, радио Башка. Открываем. Люди-ублюди, люди-ублюди. Везде. Заходим на канал. В описании. Принц Непала. Вот мне еще кто-то говорил, что он рассказывает это все о принце Непале. Давайте посмотрим вместе, что он тут бакланит. Волк наш. Где он там про меня рассказывает? Тудым-сюдым. Посидим. Съебался, пошел типа в туалет. Съебался. И отец, короче, его на 20 лет в высылку выгнал. Вот этого принца? Да. Он реально, я непальский принц. Но, тем не менее, когда на 20 лет в изгнание его изгнал, по $700 каждый день ему приходило, ну, каждый месяц в это посольство. Ну, тут ходил, вот такую его... чушь. Ну, ладно, это не то. Это ладно. Просто смотрим, да? Куда мы заходим? К Сереге. На сайт, на страничку. Включаем видосы. Вот. Люди-ублюди, люди-ублюди, люди-ублюди. Нигде ты не увидишь. Радио Башка, радио Башка, радио Башка. Нигде нету. Люди-ублюди. То есть человек использует бренд. Вот. Здесь вот пошел дальше даже. Ну, это и его дело, как бы. Вот. Что он там использует. Дальше открываем другие параллельные мне сайты. Что там у нас? Бомжур. Бомжур ТВ.
Так, маска приличия сорвана. Ну, то есть, то же самое, Женин ролик вышел на всех каналах. Замечательно. Заходим в Бомжур ТВ, видосы. Люди-ублюди везде. То есть, уже три сайта, да, мы посмотрели, три странички мы посмотрели. Значит, все одно и то же. Три человека, три блогера занимаются одним и тем же. Одним раскручиваем одного и того же бренда. Люди ух люди. Так, и еще у нас есть, не знаю как, а вот он. Равен 88. Это вообще индивидуум. Это вообще индивидуум. Заходим на видосы. Вот это я не смотрел. Ну, опять же, вот видите, люди-ублюди. Где про меня, где про Москву. Вот он. Да, как называется. Везде стоят люди-ублюди. И вот он этот ролик. Вот он этот ролик. Мошенник. 10 тысяч просмотров одну неделю назад. Обратите внимание, где про меня, да, где про меня. То есть просматривают люди. По 1000 человек. Вот это прям бомбанул у него 10 тысяч человек. Остальные, то, что он снимает, остальные ролики. Там про лесных бомжей каких-то. 166 просмотров. Про пиво 89 просмотров. Про баню 111 просмотров. Вот. Где люди-ублюди, 1000, ну, хоть кто-то что-то смотрит. Остальные 56, соответственно, подписчиков. Ну, прибавилось, еще человек на 50 прибавилось. Вот. Но это создан канал о канале, ребят. 16 ноября 2019 года. То есть каналу 2 года с лишним. 2,5 года. За 2,5 года 414 подписчиков. Из них 200 с лишним подписчиков это после вот этого видео. После вот этого видео. Понятно, да? И он понял, что ага, если вставить люди-ублюди, то просмотров будет больше. Вот чем занимается этот гражданин. Ну да бог с ним. То есть 4 блогера пользуются одним и тем же вот этим люди-ублюди. Вот. И зайдем к Жене. Параллельно скажу, что отказался я. Да, Евгений, я отказался использовать твое имя. У меня нет твоего имени нигде. Оно писалось, интерпретировалось и писалось, как я это вижу. Антилюди-ублюди я писал. Там люди-ублюди буквы наоборот переставлял. Но никогда не использовал твое имя. За исключением самых первых роликов. Там 5, 6, может быть 7, может быть 10 роликов. Не помню точно. Но почти из 400 роликов 10... Где-то там я так или иначе, да, использовал. Поначалу был тупой. Вот, теперь я не тупой. Итак, значит, мы наберем. Люди-ублюди. Вот они, люди-ублюди. Вот он, твой канал, Евген. Заходим. Вот они, его первые серии, да? Первые серии. Посмотрите на просмотры. 366 тысяч, ребят. 256 тысяч. И так далее, и тому подобное. Вот это был трэш. Секс за шубу, развел на секс, алсу, дом алсу и так далее. И тому подобное. Сейчас... Смотрим. Схемы маэстро. 11 тысяч просмотров.
Манька там про меня рассказывала. 12 тысяч просмотров. 12 тысяч. 8 тысяч. Понимаете, да? Падение просмотров. Это во сколько раз? Пусть здесь сколько? 200 тысяч в среднем. Сейчас 15 тысяч в среднем. То есть во сколько там? В 7 раз, да? В 7 раз упали количество просмотров. Человеку надо что-то делать. Подписчики не растут. Вот. Канал создан 20 июля 2019 года. Обратите, кто умеет считать, математику, кто хорошо знает, смотрите, да? И я начал 23 февраля 2020 года свою деятельность основную. Вот. Вот причины, по которым идет хейт против меня. Соответственно. Другим каналам я не понимаю, какая польза, какая польза. Вот вернемся, да, радио Башка. Радио Башка. Остальных я не беру. Радио Башка со мной соперничает, это я так говорю, в кавычках. Со мной он вообще не соперничает. Он нормальный пацан, нормально все излагает и действует по обстоятельствам. Ну, просто посмотрим. Радио Башка. Я вот что хочу сказать, что 7600, да, то есть 7760 у него подписчиков. Вот. У меня 6800, то есть я догоняю его. Догоняю и быстрыми темпами. Блин, ребят, хотел одним видосом снять, чтобы это широкий экран был. Ну, не получается у меня. Ну вот, допустим, вы говорите, да, какие комментарии удаляются. Вот пишет Виталий Фролов. Видите, да? Зачем такой комментарий нужен? Тут вообще, ну, просто человек-дебил. На первое время я его вот так делаю. Бэ-бэм. Все. Уволен, ну, тут непонятно, пусть. Так. Где еще ролики, которые можно удалить запросто и заблокировать этого человека, он здесь не нужен. Вот эта вот женщина, да? А сам просмотр набираешь. Ну, здесь она не понимает, женщина даже не понимает то, что я рассказывал. А, вот он, отписывайтесь. Вот он писал всякую фигню. Да, вот, отписка Анатолия Романенков. Ли открыл глаза. Так, дальше что? Зачем в бан кидаешь неугодных людей? Критика тоже нужна. Понимаю. Ну вот, видишь, я же, вот, ты критикуешь меня, я никуда не дел твои комментарии. Да, пора собраться и регулировать непонятки. С кем я должен собираться, непонятно. Так. Какие ролики, какие комменты я могу удалить и заблокировать человека? Да, что-то в казино проиграл непонятную сумму. Баронин Владимир, он все-таки понимает, что, блин, ну откуда такая сумма? 160 тысяч рублей. А это говорит там баба по телефону, что вообще там 300 с лихуем. Да, такого наговорил Жескач. Вот, это тут пишет ихний холоп. Не наговорил, а открыл глаза нам наивным. Все по полочкам разложил. Вот, ну тут... Так, то есть я оставляю комментарии, видите, да? Молодец, все как надо, раскрыл по факту.
критика, без мата, пожалуйста. Интриги плетут. Так. У Дениса. Ну, это человек просто неправильно назвал. Сейчас удалить мой коммент, Дмитрий Иванов. Ну, чё, дизлайк ты поставил. Ну, молодец. Где деньги, Саш? Пишут тут. Ничего не удаляю. Вот, Мешков посмотрел видео и в шоке от меня, от увиденного. Стас Михайлов. Вот за этого человека обидно. Очень долго смотрел меня. Саня, я разочаровался, отписка 100%. Обидно за такого человека. Этого знать не знаю. Редко видел, редко комменты и так далее. С этим, со Стасом Михайловым мы часто общались очень. Шутили, прикалывались. Обидно, что отписался человек. Ну ничего, пройдет время. Да, прекрати этот цирк весь. Надоело уже всем. Возмущена вашими проделками. Дагмара. Какими проделками? Да, а это она верила маэстро до последнего. Ну и так далее. Перестала верить. Целое расследование устроили. Ну, контент у них такой. Печально, маэстро. Паспорт потеряют. А, ну это про... Расстроил ты меня, Сашок. Ну, расстроились. Расстроились, это еще не отписались. Взяла 100 рублей, даже спасибо не сказал. Ну, это про Машку, ладно, бог с ней. Ну, вот нету комментариев таких, нету. Нету комментариев жестких. Бестолковые комментарии, не удаляю. Вот, а где черный, а где черный, а где черный? Ну, столько раз спросили этот вопрос, и столько я раз ответил. То есть люди непонятно, зачем следят. Это вот по комментариям. Не могу вам сейчас показать, какие комменты могут удалиться с канала. То есть матерная брань, матерное оскорбление, значит, необоснованные обвинения и тому прочее. Вы нормально напишите, как вы с Жениной головы, да, смотрите. Сейчас мы, кстати, это... Что мы хотим сделать? Зайдем в YouTube и запишем часть ролика, дабы он не удалился никуда. Может, человек все-таки одумается и захотит удалить этот видос. Так. Измена жены. Зачем мне такая рекомендация выпала? Не понимаю. Вот он, Серегу. Он даже назвал по-другому. Принц Непала. То есть про меня, в принципе, ничего нету. Насколько человек грамотный. Да, он хайпанул. Да, он сделал... ремарочку. Да, он вроде бы в теме, но все же он про Савеловский вокзал, про Непал, День бомжа ТВ и так далее. Вот этот видосик надо часть снять. Средства со зрителей, с аудитории.
которую каналы-партнеры собирали годами. А вот на вот этом видео, которое вы посмотрели, Волк, самый близкий друг Александра по уличной жизни, рассказывает о том, как Саша проигрывает 160 тысяч рублей, собранных под видом благотворительности. Донаты. В букмекерском клубе «Бэтбум» на Новослободской. Вас приветствует букмекерская компания. Ну, это неинтересно. Расчупкин Александр Николаевич. Это постоянный клиент. Сумма интересна. Я вижу, клиент у нас бывает почти ежедневно. Часто посещаемый клуб находится по адресу улица Новослободская, дом 24, строение 1. За эти 3 месяца общий баланс клиента отрицательный и составляет минус 322 тысячи рублей. 322 тысячи. На возможности Саши красиво и убедительно говорить я обратил внимание еще 1,5 года назад, когда мы только познакомились с ним. Евгений, здравствуй. Здорово. Ну, это неинтересно. Да. Поэтому и вот тут обвинение. Люди, которые ему поверили. Красиво рассказывать красивые сказки Саша умеет. Итак, карьера Саши в Ютубе началась не так давно. Хроника событий такая. В 2019 году Саша бомжевал под платформой. В то время я уже вовсю снимал сериал «Люди ублюди», с которого все и началось. После выхода 65-й серии на вокзал были приглашены новые блогеры. Так там и появился блогер Денис. И вот именно он сделал постоянным героем Сашу Маэстро в своих роликах. Меня Денис зовут. В этой жизни каждый может оступиться, и каждый может в это попасть. Денис снимал под брендом «Люди ублюди». Его канал в кратчайшие сроки набрал 4000 подписчиков и начал рекомендоваться к просмотру на Ютубе. И как раз на эти рекомендации наткнулась Галина Пестова, которую заинтересовало красноречие Александра Маэстро. Она попросила блогера Дениса их познакомить. После не просила она его. Как выражается сама Галина, она забрала обкаканного, описанного Сашу Маэстро, красноречивого бомжа из платформы, к себе домой. Именно в этот момент Саша понял, что зрители на Ютубе бывают разные. Добрые, доверчивые, глупые. 26 апреля 2020 года Саша Маэстро обратился... Глупыми он называет вас, ребята, подписчики. Как набрать первую 1000 подписчиков? Своих же подписчиков. Видео на Ютубе. Подскажи, как набрать эту 1000? Я понимаю, да, конечно, спрашивал. А как? Я развивался. Я что-то видел, что прямые эфиры можно снимать через веб-камеру, даже если нет 1000. Но, как бы, не на что ее покупать пока, эту камеру. Как набрать 1000 подписчиков? Не догадываясь о том, какие могут быть последствия, я порекомендовал Саше использовать бренд «Люди ублюди». Порекомендовал. Провел рекламную кампанию в отношении... Провел рекламную кампанию. Где? Покажи. Хлынул к нему. Хлынул Саша поток. Включил монетизацию, и снятые им видео начали приносить деньги. Ага, спасибо. Саша снимает себя, бомжей... Но мысль о том, то, что есть такие добрые и доверчивые люди, как Галина, ему не дает покоя. Напомню, что о своих прошлых судимостях за мошенничество Саша говорил в 38-й серии веб-сериала «Люди ухлюди». То, что это у все... меня есть судимости по 159-й статье... Да, говорила. Как он говорит изначально. Вот обвинение сегодня самое. Сегодня ко мне в руки попал интересный видеоматериал, снятый одним из блогеров-партнеров. Как бы я ни хотел, тема с каналом не ТВ Маэстро не утихает. Не возмущения зрителей не прекращаются. Мало того, появилась группа защитников, отстаивающая интересы своего кумира. Теперь я могу смело называть их соучастниками. Но вот. Также каждый обозвал соучастников, кто осознал, что их обманывали. С ними вы можете пообщаться лично в чате, в Телеграм. Ссылка будет в описании к видео. Мне совершенно нет дела, как проводит свое свободное время Александр. Да, как а хер ты об этом тогда снимаешь? Он их зарабатывает. Но когда дело касается моей аудитории, я не могу оставаться в стороне. Причем твоя моя аудитория? Моя задача защитить зрителей, доверчивых зрителей, добрых людей, людей, да. Желающих сделать... Приостановлю и скажу, ребята, зачем тогда он снимает меня видео обо мне? Не пойму, если ему все равно... А какая его аудитория? Я общаюсь со своими подписчиками, и к его подписчикам не имею ни малейшего отношения. То есть, если люди смотрят параллельно 2 канала, я не могу запретить людям смотреть его канал. Пусть смотрят, пожалуйста. Но какое отношение имеют подписчики на моем канале? Я общаюсь не на его канале со своими подписчиками, а на моем. То есть, такие же оскорбления, да, то, что наивные дурачки. Вот, он называет подписчиков
наивными дурачками. То есть все мои подписчики, многие подписчики, которые есть у меня, смотрят его канал. Соответственно, если он обзывает соучастниками в преступлении подписчиков, то он и своих подписчиков называет соучастниками преступлений. И не знаю, подписывайтесь, никогда не скажу, что там отписывайтесь, подписывайтесь, дело каждого. Доброе дело. Я просто обязан защитить добрых людей. Недавно в сети появилось видео, выпущенное каналом Raven88, разоблачающее ТВ Маэстро. Ссылку на него вы можете найти в описании, она рядом с чатом находится. Итак, давайте вернемся к тому, с чего я начинал. Видео. Давайте его посмотрим. Ну, это провал-то. Приезжает частенько сюда. Остап Бендер из фильма «12 стульев». Да? Угу. Давайте поможем обратиться к кому-то, чтобы ей дали деньги. Дайте, пожалуйста. Нужно деньги попросить. Становится еще больше. Они нарастают, как снежный ком. Но человек разошелся с сожительницей. Ну, сложная ситуация. Ну, негде жить ему. Он бездомный. Ну, вот, короче, мошенником он меня. Это статейка. Женечек, это статейка. Понимаешь? Вот такой вот беспонт. Так, что еще там? Сейчас что-нибудь еще покажу. Ребят, видите, да, какой они чек предоставили? Альфа-банк. С Альфа-банка переводили. Мне люди объяснили, что 30 рублей комиссия. Здесь не видно. Ну, 30 рублей там комиссия. Значит, здесь мне объяснили, что подтерты цифры, исправлены цифры карты, на какую карту переводилось. Вот, то есть была одна карта, стала моя карта. Блин, ракурс. Вот. И, значит, 30 рублей комиссия снимается за 5000, 30 рублей не снимут. То есть, это чисто математически чек неправильно. Это во-первых. Во-вторых, ни разу в жизни ко мне на карту не приходили донаты с Альфа-банка. Ни разу в жизни. Вот. Мне единственное платило зарплату с Альфа-банка, значит, женщина одна, вот, платила мне с Альфа-банка, и то редко. Это было, ну, до Нового года точно, до Нового года точно. Этот чек они предоставили, блин, тут видно, не видно. Не видно нифига. 20 какого-то, что ли, 01. 20 какого-то 01. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас открою я этот Сбербанк. Значит, с 20 числа, 20 января по 1 февраля посмотрим поступление.
Ну вот, ребята, я вам показал, да, там с какого, с 10 февраля по 20 января по 10 февраля транзакции по Сбербанку. 5000 мы там не увидели, естественно. С Альфа-банка ни одного перевода мы не увидели. Количество донатов вы видели. Вот. Ну и как бы вот так. Вывод делать вам о гипотезах Евгения Ли. Что я еще могу сказать? Значит, и будет и впредь так. Будет впредь так. Все неадекваты, все больные, психически нездоровые люди, нафиг с канала, нафиг. Все будут блокироваться сплошь и рядом. Мое решение, что, как говорится, на духу. Евгений Ли, очень многие часто люди говорят, что подтирает сообщение. Вот. Никто никогда не спросил у него, сколько ты имеешь на Ютубе и куда ты деваешь. Нет уже движений никаких, да? Тебе отправляют на бомжей, а ты тратишь их на свое усмотрение. Вот. И мне вообще мысль такой не приходила, куда он там тратит, мне по барабану. Я отставил свою точку зрения, отставил своего зрителя, защищая своих зрителей, соответственно, тоже, как и он типа делает. Вот. Это во-первых. Теперь, когда он узнает, что от него отписались его донатеры и тем более спонсоры, вообще буду враг. Враг номер один. И хочу предупредить, ребята, у вас, значит, если там что-то будут какие-то движения с точки зрения физики, да, с других сторон. Вот. На телеграм-канале мне люди, мои подписчики, говорят, что готовятся провокации подобного плана физического воздействия на Александра Маэстро. О, дожился, ребят. 13 лет на улице прожил. Никто меня никогда не трогал. Тут появился какой-то Евгений Ли, значит, на телеграм-канале которого разрабатываются схемы по вычислению маэстро и, значит, физическому воздействию на него. Это так, для информации, что за люди, с кем, какие люди общаются у него на канале. Адекватные, как вы считаете? Решать вам. Все, я думаю, все, рассказал, складываю видос и выкидываю его куда? В YouTube. Смотрим, ставим лайки, пишем комментарии, рассуждаем о движениях насущных.